Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня ждет нас православная Греция. Мы отправимся в X век по Рождестве Христовом. Наша Русь в том столетии приняла крещение, а Греция была крещена уже почти 1000 лет. Казалось, она должна была процветать святостью. Столько веков возвещалось в ней имя Христово. Но на самом деле все было не так радужно. Народ мало-помалу охладевал к церкви. «Нет теперь настоящих подвижников, какие жили в древности», – сетовало духовенство. «О, если бы послал нам Господь истинного праведника!» Бог услышал молитву своих земных пастырей. По его премудрому промыслу родился в самом центре Греции обычный мальчик. Но именно он стал великим светильником веры и благочестия для своей родины. Во святом крещении новорожденного назвали Лукой. Когда мальчик подрос, то стал помогать отцу в поле. Как-то раз Лука шел сеять пшеницу и на дороге встретил толпу нищих. Недолго думая, раздал он им почти все семена. Отец пришел в ужас, увидев, что сеять почти нечего. Но Господь благословил их в тот год таким урожаем, какого не было никогда. Одной тоской горела душа Луки в молодости. Желал он стать монахом. Но мать поначалу даже и не хотела слышать об этом. Еще чего вздумал. «Ты для меня единственное утешение. Никуда я тебя не отпущу». Что оставалось делать юноше? Только молиться. И Господь услышал неотступные моления Луки. Однажды через их родное селение проходили два инока. «Куда путь держите?» – спросил их Лука. «Во святой град Иерусалим. Возьмите меня с собой!» Взмолился юноша. «Да куда тебе? Ты еще слишком молод. Ослабеешь в дороге, и что нам тогда с тобой делать?» Но Лука упрашивал их, как мог. И они довели его до Афин, где была прекрасная обитель во имя Пресвятой Богородицы. «Вот место твоих подвигов», — сказали иноки. А сами продолжили путь на юг. Игумен никак не хотел принимать Луку в монастырь. Но, видя, что юноша тихий и кроткий, переменил мысли и вскоре постриг его в иночество. Но как же в это время скорбела мать Луки? Днем и ночью молилась она Богу, чтобы возвратил он ей сына. «Верни мне мою единственную отраду», – просила она со слезами. И Господь помог ей. Игумен обители увидел во сне плачущую мать Луки. «Зачем ты меня обидел?» – упрекала она его. «Для чего забрал у меня сын?» Устрашенный игумен призвал к себе Луку и стал ему выговаривать. «Почему ты утаил от меня, что жива у тебя родная мать? Вот уже третью ночь она является мне во сне. И я повелеваю тебе, иди к матери и будь для нее помощью в старости». И Лука пошел домой. Впрочем, через 4 месяца сама мать благословила его на подвиг иночества. «Иди и молись за весь наш род. Чувствует мое сердце, что Господь избрал тебя быть заступником за всех нас». После этого святой Лука поселился на Иоанновой горе, близ моря. И потянулись к нему отовсюду люди с самыми разными нуждами. Пришли однажды два брата. «Отец оставил нам наследство, но не указал место, где закопал свой клад. А от этого не стало у нас мира. Каждый день ссоримся». Святой Лука сказал им: «Давайте вместе помолимся Богу, чтобы он примирил вас, а клад найдется». Так и вышло. Святой Лука точно указал место, где зарыто отцовское достояние. Братья нашли его, разделили по совести и помирились между собой. В другой раз один из слуг столичного казначея украл царское золото. Казначей был убит горем, ведь теперь он мог поплатиться головой. Но кто-то из придворных дал ему совет. «Живет на Иоанновой горе подвижник Лука. Бог творит через него великие чудеса. Верю, что праведный Лука тебе поможет. Пригласи его». Казначей так и поступил. Святой Лука не хотел идти во дворец, опасаясь мирской славы, но, желая помочь казначею,
пошел. Войдя в покои, он воскликнул: «Накрывайте скорее на стол, будем трапезовать!» Слуги невольно переглянулись. Все называли Луку строгим постником, а тут он сразу просится за стол. Но не успел один из тряпчих принести первое блюдо, как святой Лука прилюдно обличил его: «Как дерзнул ты похитить царское золото! Неси его скорее сюда, а иначе не будет тебе прощения!» И золото тотчас нашлось. Да и вообще нравы людей стали потихоньку исправляться. Мало кто осмеливался красть и грабить. «Все равно Лука найдет пропажу», — говорили люди. А злоумышленники даже боялись подходить к нему. Много и других чудес сотворил святой Лука и навсегда остался в памяти соотечественников как заступник обиженных. Дай Бог и нам не забыть его светлый лик. Я желаю вам всего самого доброго, и храни вас Господь, дорогие друзья.